Приветик всем, ребята, Кент пока на проводе, и сегодня мы будем крафтить. Ну, ребята, как обычно, перед началом данного крутого видео у нас розыгрыш на 100 голды. Чтобы ее получить, тебе необходимо прямо сейчас поставить огромный лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий плюс свой ID. Ну что же, а мы начинаем. И да, кому интересно, то это мой первый раз, и мне немножко не по себе. Фух, ребят, поехали, будем начинать с самого дешевого скина, а именно UMP Iron. Поехали. И нам выпадает момент истины, барабанная дробь. G22. Ну, кто бы сомневался, ребят. Ну, скажем так, могло бы что-то и получше. Следующий наш крафт, это уже будет крафт как раз вот этих вот G22. Поехали, крафтинг. Мне выпадает. Смотрим, внимание, внимание. Хм, АКР Карбон. Слушай, а сколько стоит АКР Карбон? Мне вот прям интересно стало. А ну-ка, давайте, ребят, проверим. Я узнаю, я в плюсе или в минусе. Найти на рынке. Опупить! Вот это да! Я просто в шоке! Я просто в шоке, ребят! Я поднял 4 голды на ровном месте. Так, ну что, идемте дальше. Крафтим дальше G22. Ой-ой-ой, вот это, ребят, крутяк. Я в шоке. Фух. М40 Бигл. Ну, ребят, тут уже ситуация немножко похуже. Потому что я ее могу продать за 1.60. Но я потерял, я в минусе на деньги, но в небольшом. Поэтому, ребята, в принципе, все хорошо. Блин, вот это я в шоке. Я даже не знал, что крафты насколько хорошая и насколько профитная штучка. Фух, ну что же, погнали. Мне вот интересно, что же мне выпадет. Ну что, поехали. И мне выпадает АВП Феникс Рейр. Ой, ребят, чё-то мне так кажется, что это что-то плохое. Ну, короче, ребят, я в минусе. Одним словом, я в минусе, потому что я в минусе. Так, давайте теперь крафтить эти дробовики. Ребят, смотрите, как у меня много всего. Я просто в шоке. Крафтим. А вы, кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, что же мне выпадет. Поехали. UMP-45 Epic. Ну, скажем так, это, ребят, уже хотя бы что-то. Но есть одна небольшая проблема, то что данный скин все равно себя не окупил. И давайте-ка мы сделаем еще один крафт из дробовиков. Возможно, в этот раз мне выпадет что-то более профитное. Поехали. Крафтинг. И мне, ребята, выпадает... Опять UMP-45. Ребят, ну это просто какое-то проклятие. Ну, чё-то не очень хорошо. Ну что же... И прямо сейчас на ваших глазах будет самое интересное, потому что, ребята, это будет крафт из эпиков. Ну что же, поехали. А вот это, ребят, очень-очень интересно. И у меня при том на этот крафтинг очень большие надежды. Потому что, ребята, я потратил половину всех денег, что у меня были, поэтому я могу или проиграть все, или могу быть в плюсе. Поехали, крафтинг. Фух. Ребят, просто держите за меня кулачки. Поехали! Фух, давайте. И мне выпадает UMP-45 Винджет. Ребят, у меня только один вопрос. Сколько он стоит? Смотрим. Я могу продать за 54. Короче, ребята, как обычно, я в минусе. Блин. Но радует только одно, то что я в небольшом минусе. Но, ребята, это не все, потому что мы сделаем еще один крафт. А может еще и два, посмотрим. Да, мы еще сделаем два крафта. Поехали. И мне выпадает АВП Gear. Хм, слушай, крутой скин, я буду сам с ним ходить. Но, ребят, надо посмотреть, сколько он стоит. 60, о, я в плюсе даже, так, блин, а вот это уже классно. Вот это, ребят, вот это уже круто. Да, я в небольшом плюсе. Ну, хотя бы не в минусе, это радует. Блин, я даже не знал, что крафты такая крутая штука. Ребят, буду гораздо чаще крафтить. Давайте еще раз. Крафтинг и крафтим. Поехали. Фух. И это, ребята, наш последний, самый дорогой крафт на сегодня. И мне выпадает... Некромансер? Не понял. Блин, я перепутал с статреком. Вот это я нуб.
Я перепутал со статтреком. Блин, чуваки, я думал, он стоит 120 голды. Я уже думаю, все, уже представляю, как это будет круто. Но, ребят, увы, ах. Блин, пожалуйста, давайте вы наберете много лайков, тогда я обязательно сниму продолжение крафта. Потому что, ребят, крафт мне понравился, и крафт очень крутая штука. Так что, ребят, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии. И самое главное, подписывайтесь на мой канал, если вы на нем впервые. Это очень-очень важно. Ну что же, с вами был ваш Кент и ПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!